Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии Oasis Media в Хайфе, в Израиле, прекрасный гость Борис Грисенко из города Киева. Борис, мы приветствуем вас. И, пользуясь возможностью, мы бы хотели поговорить о мессианском иудаизме и затронуть самые азы для тех, кто не искушен, для тех, кто, может быть, не уверен в себе или в учении. Борис, пожалуйста, можете, ну, вначале, может быть, кратко рассказать, кто вы, чем занимаетесь. Вдруг кто-то вас не знает по какой-то случайности, но просветить наших телезрителей. Я думаю, что, в общем-то, большинство потенциальных наших зрителей и слушателей, они не должны меня знать, поэтому я кратко представлюсь. Как вы уже слышали, меня зовут Борис Грисенко. И в свое время мне пришлось сдаться и смириться с тем, что меня будут называть по отчеству, потому что некоторые круги занимались странной, так сказать, деятельностью и говорили, как может этот украинец вести еврейскую мессианскую общину. И, в общем, поэтому многие меня знают как Сауловича или Бориса Сауловича. Понятно, что такого имени не может быть ни у одного уважающего себя славянина, как у моего папы. Я, как уже упомянул, являюсь мессианским раввином, то есть, можете, если захотите, называть меня пастором еврейской мессианской общины. И как раз в этом служении нахожусь, дай Бог памяти, считайте, уже 22 года. Вот как раз в этом месяце, фактически, это 22 года исполняется. Вот и все. Ну, мы понимаем прекрасно, ну, наверняка на слуху у всех у нас слово «пастор». Мы знаем, что это некто, ведущий церковь, проповедующий со сцены. Мы знаем также, кто такой раввин, служитель синагоги. А вот мессианский раввин, ну, что кроется за этим? Какие функции? Что он делает? Кто это такой? Это пастор или это раввин синагоги? Вот это вот очень-очень хороший термин «кроется». Он как раз дает понять, что для многих христиан понятие «мессианский раввин» все еще остается неким подозрительным словосочетанием и напоминает о каком-то мировом еврейском заговоре, щупальца которого проникли также в среду верующих Нового Завета. С другой стороны, для, скажем, для некоторых иудеев, ортодоксальных, консервативных, вообще атеистически настроенных, потому что есть и такие, как ни странно, это словосочетание также очень подозрительно. И говорит о каком-то христианско-миссионерском заговоре, щупальца которого проникли в относительно здоровое тело еврейского народа. То есть такой свой среди чужих, чужой среди своих. Совершенно верно. Ну и естественным образом, раз мы уж заговорили о значении пастор, раввин, то мы переходим и к следующему термину – община, церковь. Ну, мы все понимаем, что церковь – это некое здание с колоколами, куполами, а тут вдруг или община мессианская, почему не церковь, или почему не синагога? Вот что за слово такое? Оно есть вообще у нас в Библии? Вот и опять мне понравилась как раз вот эта альтернатива, потому что все нормальные
люди как с христианской или постхристианской стороны, так и с еврейской стороны, они понимают, что либо церковь, либо синагога в конечном счете. Вот. А тут община. С другой стороны, последние, может быть, около 100 лет в среде христиан, особенно евангельских христиан, широко распространяется представление о правильной церкви именно как общине верующих. В свое время я встречался с учениками Александра Меня и с учениками одного из его наиболее последовательных учеников Кочеткова, который, и они издавали как раз такой журнал «Община», который был закрыт. Кочетков был отстранен от священнодействия на время и так далее. Но среди евангельских христиан это действительно все более популярный термин, и не случайно. А почему это все более популярный? Да потому что церковь возвращается. Сейчас я скажу нечто такое сакраментальное, что сразу вызовет, может быть, еще большую настороженность у кого-то, к своим еврейским корням. Угу. То есть мы говорим о еврейских корнях нашей родной церкви, к которой все привыкли. Совершенно верно. А насчет колоколов, вы знаете, вот когда вы сказали, мне вспомнился замечательный фильм «Щорс», снятый по заданию Сталина, но очень-очень талантливым украинским режиссером Довженко. И там есть такая сцена, члены Центральной Рады сидят в Киеве, заседают и думают, чтобы такое сделать, чтобы как-то поднять дух народа. И некоторое время у них никаких креативных идей не возникает, и потом один предлагает, а давайте устроим такой праздник. Настоящий такой вот праздник, и фильм на русском языке. И вот на белом коне будет там въезжать наш руководитель, там будут идти какие-то толпы с хоругвями, и по всем церквам звонят, и вот они въезжают, а другой говорит, а колокола бум-бум-бум. И все радуются, радуются, радуются. И вдруг один из членов Верховной Рады так приподнимается, набирается духу и говорит, и даже евреи радуются. Так что... И даже евреи, да, и лица, приравненные к ним. Но все же, где мы встречаем впервые в Библии слово «община», «кегила»? Где это нам попадается, о чем речь идет? Ведь мы не найдем нигде, насколько я понимаю, в Новом Завете, но тем более ранее, мы не найдем нигде в Писаниях слово «церковь». Ну, церковь — это действительно слово гораздо более позднего происхождения. И в славянские языки оно вошло, там, начиная где-то... Одни говорят с 12 века, другие с 13 века. И, в общем-то, оно дает представление об особенном культовом здании. В первую очередь, что обозначает это слово? Связано оно с древнегерманским там, и понятием вот такого культового здания. Другие говорят, что это произошло от circle или kirkel, вообще латинского слова, там еще связывает с некоторыми другими. В любом случае, само это слово, оно, ну, циркуль, мы все хорошо знаем, круг, или циркус, цирк.
В любом случае, это слово по своему происхождению и первоочередному значению не имеет ничего общего с греческим словом «экклесия», которое к зданиям не имеет никакого отношения. Мы прекрасно понимаем, что слово «экклесия» говорит о людях, избранных, вызванных откуда-то, собранных в особую группу. И наиболее такое адекватное происхождение этого слова – это еврейское слово «кегила», обозначающее как раз или «кагаль», как раз вот, вот настоящую общину избранного Божьего народа, если говорить в целом, или те общины, из которых состоит этот народ. Так что как раз то знакомое всем нам слово «церковь» или «кирха» немецкое, оно действительно является одним из этапных терминов, обозначающих еще более далекий отход от истинно библейского понимания того, что ж такое церковь есть и чем она должна стать. Ну, действительно, трудно представить, что апостолы, вот Иешуа вознесся, и апостолы тут же побежали в обход всех синагог, построили новое некое здание и стали там собираться. Ну, а как оно на самом-то деле было? В чем вот этот библейский корень, в чем еврейский корень этого? Как оно происходило тогда? Как начинали собираться? Ну, как раз вот этот самый первоначальный этап возникновения, созидания. Давайте мы условно будем все равно говорить «церкви», да? Потому что, я думаю, община, нашим русскоязычным, да, община. Ну, община, да, слушателям оно знакомо больше всего и общеупотребительно. Самый первоначальный этап, он как раз очень хорошо известен. Известен он из наиболее авторитетного источника. Собственно, из Брит-Хадаша, из Нового Завета. Из Брит-Хадаша, Нового Завета. И вот как оно выглядело? Но дело в том, что в переводах-то многое теряется, тем более, что мы понимаем, переводили люди, как бы сейчас сказали, заангажированные, имеющие определенные свои взгляды на эти вопросы, и где-то смазывались края, где-то стесывались, потом что-то в нашем понимании менялось, и нам почему-то трудно представляются апостолы в кругу синагоги, где происходит общение некое, и вдруг там говорятся какие-то идеи, какие-то мысли о Иешуа, о том, что он говорил, какие-то обсуждения вот этих вещей. Безусловно, если это называть чисто христианским, то да, тогда их керигма, проповедь была вот христианской, хотя самого слова тогда не было. Естественно, не было. Не существовало. И это все происходило в синагоге, правильно я понимаю? Это было, происходило в первую очередь в Иерусалимском храме. Угу. Потому что именно там, именно, можно сказать, в центре святого города и возникла первоначальная церковь, община, экклезия, кегила. Возникло вот это мессианское еврейское собрание в полном смысле слова, на которое все верующие всех течений Нового Завета с тех пор равняются, и которое стало раз и навсегда образцовым для всех течений христианства и, конечно же, вот того мессианского иудаизма, который восстанавливается в последнее десятилетие.
Ну, а вот интересно, вот мы поговорили немножко о том, что такое община, поговорили немного о том, что такое раввин в общине. А если мы заглянем в нашем воображении вдруг внутрь общины, то мы столкнемся, естественным образом, с литургией некой, то есть с неким порядком служения, как оно проходит. И тут опять у нас возникают вопросы. Мы знаем, что в ортодоксальных церквях литургия должна выглядеть там у католиков так, у православных так, в протестантских церквях тоже, несмотря ни на что, есть своя литургия, свои какие-то каноны. Ну и мы понимаем, что и в синагоге тоже есть свой черед служения, свои определенные нормы, порядки, каноны. А как дела обстоят у мессианских евреев, как дела обстоят в мессианской общине? Вот как раз в отношении литургии, как раз в отношении порядка проведения собраний верующих, у нас есть достаточно подробное свидетельство раввина Шауля. То есть апостола Павла, да, более нам известным языком. Причем это обращено к, в основном, условно говоря, языческой, нееврейской общине в Коринфе. Мы не знаем ни точно, ни приблизительно, как строились собрания верующих в Иерусалимской мессианской общине и в других еврейских мессианских общин. Мы знаем, как проходила их жизнь. Мы знаем определенные основополагающие принципы, на которых их жизнь была устроена. Мы знаем, что они вели свою жизнь в полном единстве со всем еврейским народом и не считали себя отделенными от него. И более того, они, как правильно сказано было, и синагоги посещали, и в храм регулярно ходили, и даже собирались во дворах храма. И в частности, в том же пределе Соломона или портике Соломона, древнейшей части сохранившейся храма, где любил бывать, где любил учить Иешуа, и это говорило как бы о преемственности, что это этот Новый Завет, это тот самый Новый Завет, который Иеремия, о котором он пророчествовал еще во времена первого храма, и который вот сохранился во времена второго, и тут преемственность неразрывная со всем Израилем, с еврейской историей и со всеми заветами, которые Бог заключил от Авраама со своим народом. Вот об этом мы знаем. Мы знаем о некоторых исключительных проповедях, которые были сказаны там, либо возле той горницы, как, где Руах сошел на 120 учеников. Дух Святой, да? Как, да, Святой, Дух Святой. Руах Акодаш, да. И, либо как раз там, как раз в самом храме после некоторых чудес, которые совершил Бог через апостолов. Мы знаем об этом. Мы знаем также, что они собирались по домам и по домам преломляли хлеб. Можно спорить о том, что это и как это, то ли это как раз вот это новозаветно-пасхальное священодействие, когда верующие, сначала евреи, а потом уже верующие из других народов, они причащались телу и крови Мессии, то ли это традиционное еврейское освящение собрания, освящение трапезы, начинавшееся с хлеба и вина. Может быть так, может быть так, но в любом случае это
это говорит о многом, потому что каждая такая встреча, она была освящаема в еврейском ключе, и она проходила с чтением еврейских писаний и в присутствии силы движений Руаха Кодеш, Святого Духа. В то же время, как именно проходили эти встречи, или собрания в синагогах, или в притворе храма, мы не знаем. А вот как раз 14 глава 1 Коринфянам дает нам довольно подробное описание того, какие были крайности в общине Коринфа, и как апостол Равин Шауль Павел рекомендовал коринфянам их избегать. Ну и в частности, какие там, может быть, примеры? Вы знаете, в свое время, когда началась наша община, поскольку некоторое время, извините за тавтологию, у нас не было каких-то материалов, как строить именно еврейское новозаветное служение. У нас не было учителей некоторое время. И нам нужно было это все получать из Слова Божьего, с помощью Святого Духа. Я вчитывался в эту 14 главу и с удивлением обнаружил, что там нету литургии. Единственная глава, где описан ход служения, в ней нету литургии. В ней есть рамки, за которые свобода верующих в Духе Святом не должна выходить. Ну, если мы говорим о рамках, то как тут не вспомнить известные выражение того же Рава Шауля, который говорит, с одними он как с эллинами по-эллински, с евреями по-еврейски. А может быть и нам стоит, вот мы приехали в такую богатую, ладно, здесь мы в Израиле, а там в Украине тут богатая славянская культура, может стоит все перестроить под славян и какие-то взять такие элементы язычества, как поступили, собственно, некоторые ортодоксальные конфессии. Или же мы все-таки должны придерживаться некоего еврейского и там? Вопрос, кто мы? Мессиане, евреи, которые признали Иешуа своим спасителем, которые решили поделиться вестью о Иешуа. Ну и мы ставим себя на место тех апостолов, которые, как мы знаем, таковыми и являлись. И вот они попадают в эту среду. Мы же говорим, что там вот Андрей, апостол Андрей, там еще другие попадают. Да. Ну, легенда об апостоле Андрея, много. Она очень поздняя происходит. Вот, но тем не менее, кто-то ж принес туда радостную весть. Ну, это уже энное поколение. Седые волосы о всем нам свидетельствуют. Но вот как стоит? Стоит ли нам ассимилироваться в другие культуры? Или стоит наоборот с помощью то использовать те же какие-то элементы литургии для того, чтобы выделиться на фоне культуры того народа, куда мы попадаем? Ну, хочу сказать так, что для всех наших слушателей, для всех, кто нас, может быть, и слушает, и даже, если у него хватает терпения, смотрит, просто напомнить, это известно, что на протяжении множества веков для евреев, которые уверовали в своего еврейского мессии, не было иной альтернативы, как присоединиться к какой-либо из немногих церковных конфессий. А все они были, во-первых, не еврейские, во-вторых, антиеврейские. И поэтому тут не было вариантов, стоит мне ассимилироваться, не стоит, в какой степени. Если еврей хотел
скажем, чтобы его знали как верующего Нового Завета, ему нужно было в определенной степени решиться на очень тяжелый шаг. До сих пор среди некоторых конфессий вот это присутствует. Я помню, как где-то на втором-третьем году общины к нам пришел один пожилой еврей, и он сказал, что он уверовал во Христа где-то в начале 70-х годов. И он начал искать, где бы ему, так сказать, утвердиться в своей вере. Ну, естественно, он знал, он жил в Киеве, он знал, что есть такая Киево-Печерская лавра. Он пришел туда, встретился с монахами, пообщался. Монахи повели его к какому-то старцу. Старец задал ему ряд вопросов и сказал: ну да, я вижу, ты серьезен в своем выборе, и я готов тебя крестить. Только условие: ты должен отречься от всего еврейского и разорвать связи со своим народом. Там новое имя получишь, хорошее, церковное. Ну и так далее. Так что это уже начало 70-х годов 20 века. Это Советский Союз. Знаменитый православный монастырь, мать городов, прошу прощения, мать монастырей русских. И искренний, вроде бы, верующий старец. И этот еврей, который тогда, конечно, был молодым, он сказал: я на такое решиться не могу, и он ушел. И он думал, что у него нет доли христианской общины, что Новый Завет не для него, и Христос его отверг. И прошло, смотрите, больше 40 лет. И он попал в мессианскую общину, насколько я понимаю, да? То есть у этой истории есть счастливый конец. Больше 20 лет. Больше 20 лет. Прошло больше 20 лет, когда он смог на самом деле убедиться в том, что Господь его не отверг, хотя официальные представители официальной церковной конфессии так отнеслись. Ну, а можете себе представить, что происходило на протяжении предыдущих как минимум 17 веков. Вот, поэтому все это время варианта выбрать ассимиляцию или не ассимиляцию для верующих евреев, верующих Нового Завета, не было. Теперь, что же касается нынешнего времени, ну, вопрос: а подстроиться под порядок, литургию и вероучение какой из конфессий или деноминаций нужно еврею, который вот сидит, вот он уже верующий, или он на пути, он хочет стать верующим, верующим своего еврейского мессию, царя спасителя, Господа. Как выбрать? Вот и вопрос. Да? Вот. Я думаю, что слава Богу за тех евреев, которые так или иначе стали искренними членами тех или иных церквей, в тех или иных деноминациях. И они совершают свое спасение там. Слава Богу за них. Пусть Господь их сильно там благословляет, и ведет, и направляет. Но сейчас есть одна из альтернатив. Одна из альтернатив – это как раз восстанавливаемая
еврейская новозаветная община, которая привычно, ну, условно называется еврейской мессианской. И каждый еврей, который на пути, он, я думаю, должен знать о такой возможности. Ну и что же он увидит? Вот он придет туда, он переступил порог мессианской общины. Что он увидит там? А дело в том, что никакой централизации нету. Еврейское мессианское движение – это, скажем так, это не деноминация, так условно говоря. Это не еврейская православная церковь, скажем, это не еврейская, скажем, католическая церковь, хотя есть еврейские приходы католической церкви, вот здесь, на земле Израиля уже, по крайней мере. Это не еврейская англиканская церковь, не еврейская лютеранская и так далее, и так далее. Почему я это говорю? Потому что некоторые представляют себе еврейское мессианское движение как некую инспирированную из одного центра деноминацию, где единые подходы, и примерно единая литургия, единые достаточно жесткие вероучительные положения, единое кредо и так далее. То есть такого единого креда, катехизации нет? Вообще ничего подобного нет. Ну а что-то общее есть, что вот отличает или наоборот объединяет? Вот можно, пожалуйста, может быть, кратко такими строчками, что объединяет, что общего между мессианской общиной и христианской общиной или церковью, и наоборот, что категорически отличное, что такое, в чем, допустим, есть несогласие или есть отличие. Мы сейчас говорим об общем внутри мессианского движения, да, или вот, об общем отличии между мессианским движением и христианством. Между, мы понимаем, что поскольку, ну, но берем в общем, то есть если мы суммируем, понятно, в разных мессианских общинах по-разному строится служение, но есть же что-то объединяющее. И... Безусловно. Ну, на самом деле, есть очень простые объединяющие, так сказать, основания веры, на которых строится и практика жизни и служения. Это ясное библейское понимание, соответствующее этому пониманию вера, что завет Бога с Израилем нерушим. И действительно вечный завет. И новый завет Бога с Израилем, он основа для нового завета всех людей, из всех народов, всех конфессий, всех деноминаций. Потому что в 31 главе того же пророка Иеремии однозначно сказано, что Бог заключит свой завет с домом Израиля и домом Иуды. Там ничего не сказано о церкви. Поэтому если, как все еще очень многие христиане воспринимают, это пророчество говорит о церкви, то получается, что это пророчество фактически бессмысленно. Оно не имеет основания. Там ничего не сказано о церкви, там сказано о еврейском народе. Есть другие места Писания, которые говорят, что к этому завету, новому завету, который Бог заключит со своим народом, Он будет также присоединять верующих из других народов. Но если нету
Нового Завета Бога Израиля с народом Израиля, как народом, избранным раз и навсегда, то тогда у Завета Церкви с Богом нету оснований. Я взял только одно место Писания, а таких мест многие-многие десятки, если не сотни. Следующее. То, что из этого вытекает. Иешуа, Иисус, Мессия, Христос. Он пришел на эту землю в первую очередь. Не как глава церкви, а как царь для всего еврейского народа. И об этом в первой главе Евангелия от Луки говорит ангел, архангел Гавриил в этом великом благовозвещении Деве Мирьям. Опять же, это уже Новый Завет подтверждает, что Иисус Христос – это в первую очередь Царь Израиля. То есть Иешуа а-Машиах. Иешуа а-Машиах. И интересно, что в Евангелии от Матфея, где говорится обращение ангела к Иосифу, что они должны будут назвать его, ну вот как в привычном нам изложении Иисус, дальше объясняется, потому что он спасет людей своих от греховых. То есть, когда мы так читаем, ничего не понятно. Зачем называть Иисус? Как это связано со спасением, непонятно. И очевидно, что ангел говорил с Иосифом, так же, как и с Мирьям, на еврейском языке, и он не употреблял греческую кальку. А он употреблял оригинальное еврейское имя Иешуа, что значит спасение. То есть буквальный перевод имени. Да, Бог. Ну, Бог спасения. Вот. И тогда все становится понятным в этой фразе Евангелия. Потому что он спасет. Но, опять-таки, перевод. Здесь тонкое искажение. В оригинале не сказано, потому что он спасет людей своих. Людей своих – это вот как раз церковь, экклезия. Да? Да, все его люди. А там сказано «народ свой». И тогда уже другой колорит. И тогда другой смысл. И только такое понимание, что это было возвещение о приходе царя Израиля, сына Давидова, который займет трон Давида и который спасет свой еврейский народ от их грехов и потом от внешних врагов, как мы читаем у Луки. Вот. Вот как понимают все еврейские мессианские верующие и вообще все люди в еврейских новозаветных общинах. И уже все больше и больше людей в самых разных христианских церквах. Третье. Мы уверены, что мы живем во время этого великого восстановления. Знамение этого восстановления с конца 19 века – это, во-первых, восстановление еврейской составляющей в теле Мессии, именно как еврейской. То есть начали возникать еврейские новозаветные общины, которые не разрывали свою связь с еврейским народом, несмотря на различные формы оппозиции, которые не отрекались от еврейства, но наоборот понимали, что их еврейство в полной мере реализуется только в Брит Хадаша, в Новом Завете, и в Господе Нового Завета, Иешуа а-Машиах. Это было первое знамение восстановления по хронологии. Затем следующим было
возникновение современного мессианского движения, современного сионистского движения, прошу прощения, и затем восстановление истин о дарах Духа Святого, о исполнении Духом Святым, с теми библейскими проявлениями, которых написано в Новом Завете. И как раз в 20-м столетии все эти три линии, они по-разному усиливались, углублялись и развивались. И мы видим, что сионистское движение привело к этому чуду, внутри которого мы с вами сидим. Как раз современное государство Израиль, впервые за более чем 2000 лет, независимый Израиль на обетованной навеки Богом Израилю земле. Следующее. Вот как раз вот это восстановление истин о Духе Святом, его дарах, действиях, проявлениях, привело к возникновению пятидесятнического, повторяю, и в 20 веке харизматического движения, которое сейчас является одним из двух самых мощных движений в христианстве. И по неполным данным существует не меньше 600 миллионов крещенных духом человек в мире. И, конечно, те, кто говорит о том, что все крещенные духом это... Да, маргинальная секта, они просто живут в каком-то информационном вакууме. И третье – это мессианское движение, которое уже представлено не несколькими общинами, почти исключительно на территории бывшей Российской империи. А такие общины были в Кишиневе, в Одессе и Киеве в начале. А совершенно разнообразным и многоплановым явлением из многих-многих сотен и уже, наверное, тысяч общин, существующих во множестве стран мира, везде, где есть евреи. Вот. Это то восстановление, которое мы видим нарастающими темпами совершается, углубляется и распространяется, и все больше постепенно сходится. Почему? Потому что на самом деле, что интересно, как раз восстановление в отношении Духа Святого привело к тому, что верующие, которые поверили в то, что Господь не изменился, Он вчера, вовеки и сегодня, сегодня и во веки тот же, Он, Господь, который восстановил исполнение Духом Святым, стал восстанавливать действие своих даров, Он также верен во всех своих обетованиях Израилю. И, что интересно, именно верующие, крещенные Духом, они стали основными проводниками в 20-м столетии истин о вечности завета Бога Израиля со своим народом. И как раз через них произошло в значительной мере раскрытие вот этого новозаветнего еврейства для всей церкви. Теперь, кто открылся для идеи сионизма? Конечно же, евангельские верующие. Они первые откликнулись, и в Израиле не очень любят об этом вспоминать, но кто проложил дорогу Герцлю к некоторым первым лицам Европы, в частности, Великобритании? Уинстону Черчиллю, я так понимаю, да? Нет. Это вначале был не... Это еще до Черчилля, до выхода Черчилля на арену. Это был глубоко верующий евангельский христианин, которому открылась истина Писания об Израиле. И он понял, что Герцль – это не просто какая-то национальная фигура, а это человек, который на самом деле еще не уверовал даже в своего Бога,
но которым Бог Израиля, Бог Церкви руководит и через которого Он открывает вот как раз подготовку к исполнению великих тысячелетних обетований. И потом множество евангельских христиан, особенно тех, которые были крещены Духом, они включились в эту помощь Халуцим, они включились в помощь Израилю и до сих пор помогают. Нету более искренних и верных союзников Израиля в мире и вообще еврейского народа, чем евангельские христиане. Ну и, конечно, у нас есть еще множество вопросов и интересных тем, которые мы бы хотели обсудить. Ну, поэтому, наверное, вернемся совсем скоро и на следующей нашей встрече обсудим и их. Спасибо вам. Спасибо. Большое спасибо. И спасибо всем нашим. Спасибо нашим телезрителям. А с нами был Борис Гриценко, раввин мессианской общины города Киева. Ну и мы надеемся, что наша беседа продолжится в следующий раз. Спасибо вам за внимание, дорогие телезрители.